Обращаю ваше внимание, наиболее уязвимое место – это лобовая часть, затем прицелы наблюдения. Боковая часть башни, где находится боекомплект машины. Тем самым он останавливается на месте, и вы можете его уничтожить. Наши машины, да, они способны уничтожить противника. И в зависимости от того, что сейчас наши конструктора работают, техника совершенствуется, и с новыми приборами наблюдения это становится все легче и проще. По поводу леопарда могу сказать, конечно, мы изучали неоднократно, прочитали, узнали части, куда можно стрелять, где он может загориться. Как правило, леопарда пьют осколочным снарядом. Когда мы выстрелим осколочным снарядом, и вообще электроника вся у него тухнет. Мы готовы, так же как наши деды встречались с тиграми, мы также встретимся с леопардом. Победа будет за нами.